серьезная проблема, несмотря на то, что мы пережили первую волну. Вы мою точку зрения знаете. Она не изменилась с тех пор, она укрепилась. Я в своих убеждениях укрепился. Ну и некоторые из вас, которые, будем откровенно говорить, мало верили в то, что я говорил, наконец-то поняли, что я в чем-то был прав. Очень важно для меня то, что весь мир убедился, что мы тогда прошли этот путь правильно. Ну, сейчас, конечно, уже армия наша не та, что была в 41-м году, уже идет 45-й год. Армия у нас мощная, и вы, командиры и бойцы этой армии, уже совсем другие люди. У нас есть определенный опыт. Это главный вывод борьбы с ковидом в Беларуси. Поэтому еще раз подчеркну, самое важное то, что я и многие из вас убедились, что мы этот путь прошли достойно, единственное в мире. И сейчас мы понимаем и видим, как бороться с этой заразой. Главное при лечении этих больных – это, конечно же, психика. То, о чем я вам говорил интуитивно в свое время, еще когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз. Сейчас уже все этот термин усвоили. То есть эта болезнь – это не просто ваша проблема. Это уже политическая, экономическая болезнь. Уже все стараются, если надо отгородиться от кого-то, закрывают границы под видом ковида. Если кто-то на кого-то хочет надавить политически, используют ковид. Прошли мы непростой путь. Мы знаем, что делать, как лечить, кого лечить и как выходить из этой сложной ситуации.